Поставьте ауру от огня вместо второй. Здесь тоже рунжон набираем, лужек не стоим, недокастовываем и так далее. Давай, начинай. Блять, что это был? Ладно. Уведи его подальше. Подальше не могу, уведи его. Олег, не стоит лужу там находить. Забираю босса, кильте Альфонса. Давай этот пресеченный блок Макгрегору. Стоп, я промахнулся танком. Кильте меня. Ужас не стоит. Забирай босса. Разумай БЗ, забирай голос, БЗ разумай. Давай мне боб, Кирвана. Лужек не стоит. Сосно более забегайте в мелизону. Макгрегор, ты танчишь, если можешь, как правило, слизни по левую. Ренжу тоже здесь возьмите. Ренжу возьмите здесь. Подойди левее, заденет блевота сейчас. Что, забирай БД, попал, забирай босса. И ты беги по рейду, ДК. Гимн на ХП, давай. Забыл Геру сказать. Ладно. Убьем босса. Все, отвернулся. Ступал, забирай потом с меня босса. Залетите на него на пол. Гимн на ману спой этот мобильный килл. На паладина дайте на пол. Канда танчу. Кто? Анара, лови босса. И ренжу тоже соблюдайте, тут, чтоб не все, чтоб хилы не попали, от дыхания тоже. Остановите деньги, сбоку. Готовимся. Надо было с центра уводить. Просвещенный, кто рядом с ним, тоже прожимайте, там убегайте. Да что, все прожимайте. Прожимайся и вступление снимай, хант. Вступление, хант, снимай. Он здесь. Ранжу возьмите хилы, чтобы кучно не стояли. Закиливайте, а крик на хп дайте. Получается, потом крик на хп дайте. И маджик закиливай себя, крик на хп дайте. Вар, дай крик на хп. Меня вообще слышно? Да, звучит. Почему он не дает крик на хп? Убегайте. Молодцы, бейте босса. Он устал, наверное.
еще он может, что ты писаешь, нет. Да, еще раз, потому что Грейт очень друг от друга стоит и не до всех достал. Ладно, давай лут. Так, есть такой здесь ЛДК. Рольте. Чертеж. Рольте рецепт. Оставайся, Олег, или? Фей. Давайте восполняйте ману. Пока чек на готовность. Фера. Узамаки ставь своего пета на диспел. Чем стаки диспелят все абсолютно, там ШП, магии, маг, точнее. Красную метку захилим, зеленую выбегаем. Если есть возможность, диспелите зеленую метку, там глыба, бабла и так далее. Как появится вулкан. Маг, ШПшки, лок, не забудьте, опять же, напоминаю, петон диспел поставить. Сначала диспелите стаки, а потом уже бьете вулкан. Гем на ХП, таби по моей команде дашь, лимошка, саверу тоже дашь по моей команде. Анар, ты усиление рунического оружия не прожимаешь, прожимаешь его только тогда, когда я тебе скажу. И вызываешь бомжей. Все. И опять же, соблюдать все нужно. Хилы на малом радиусе, РДД на большом. И крик на ХП, варни, забывай и обнови его потом, пожалуйста. Так, укувайся, что там у тебя? Блять, может запустим? Да, сейчас я запущу. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится гроза. Там хант, лень, напулите на Нара. К забвению! Его не сорвали. Я даже поставлю. Потом раздавайте свои тексты, кому хотите. Великий, отойдите подальше от босса. Он может вас ударить. Вот, отойди лучше подальше от босса. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Я главный! Быстрее, герои! 5 секунд до боя, отойдите от босса. Он уже может шотнуть вас. Почти. Бьем босса. Вера на всякий случай на вулкане отойди. Чешку тоже килы не отдавайте. На вулкане отдадим, сейчас второй врата появится. Готовимся. Побьем врата. Вот обьемся. Великий, бьем врата. Пильте паладина. Бейте рта активнее, блять, если так будем вулкан заливать, там тут точно пизда будет. Гапу выноси. Стаки диспельте, стаки. Пейте опять паладина. Пейте того моба. Полон веса. Готовимся сейчас вулкан, вызывай бомжей, кидайте Джонни Бича, Гера давайте. Все, можете давать Гера. Сейчас вулкан появится. Все, бейте вулкан, вулкан бейте. Чешка, давайте хилы. Чешку хилы, давайте уже. Кидайте.
Гим на хп табе, дай. Сакра паладин тоже. Давай пилите бара. Бара захиливайте. Гимн 8 секунд. Че, я дала гимн. Ну молодец. Все, бейте, босса. Гимн откатился, давать, нет? А если можно, кукуаси залейте ману. Мейковку пильте, Джесс, залей ему ману. Нирвана базу снимай. Ну никогда. Узумаки хильте. Все, бейте босса. Босса добивайте. Раздваивайте. Кстати, Узумаки, ты юзаешь проклятие косноязычие на босса? К счастью, вы победили, и теперь вас ждет новый противник. Если, по идее, если его юзать, то каз будет медленнее, и таймер будет смещаться у молнии. Повелители демонов, воины ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться. Фигули. Успокойтесь. Никакого заговора. Блять, это проебал. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Так, все, я запускаю чемпов. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Че он может? Отойди от рейда. Вот, босс, отойди. Че он может? Отойди, пожалуйста. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так. Сейчас. Так, Лимошка, давай ты посидишь на Шакуле. Анар, давай ты возьмешь на себя Трогу. Дружочек. И есть у кого еще танк спек? Лерой Саяна может потащить. Давай тоже спекайся. А ты возьмешь на себя ДКшку. Полумесяц. Так, вот. Давай ты посидишь на сове. Чисто ему косты разбиваешь, там стан не даже. Леня, ты давай посидишь на конте. И тоже будешь ему там станы давать. Так, первым будем мы заливать Лока. Запоминайте сейчас танки своей цели. Сейчас, секунду. О, первым будем заливать Лока. Потом мы будем заливать Ханта. Дружочек. Потом мы будем заливать Сову. Полумесяц. А дальше мы сольем Мага. Рестик. По диспелам. Так, давай Джонни Бич. Хотя нет, лучше ты хиль. Давай мобильный ты подиспелишь массово, а таби ты подиспелишь точечно. Сейчас никто не бежит. Танки, вам объясняю, где вы будете танчить. Милики, они бежали в рейд. Вот. В общем, сюда вот поведете их и там танчите. Туда идут только два шамана и может дрейд. Давай лучше я массово подиспелю. Кто я? Да, зависит от них шпион. Таби. Ну давай таби тогда массово подиспелит, мобильный точечно. В общем, сюда их всех поведете. И там будете танчить. Туда идут два шамана и может пойти туда дрейд. Все. ДЦ ты туда не идешь, потому что на тебя могут побежать мили. На шаманов они в основном не бегают.
Фиры там тоже раздавайте, если видите, что милик уже бежит к вам. Вот, кидайте фир, дефы, там, овцу кидайте, вихри, хуихри, станы, хуяны и так далее. Все, больше ничего не надо. Включайте свой ПВП-мозг, и мы убьем без смерти, я думаю. Йобст, смотри, твоя задача. Вот ты видишь... Блин, сейчас звезду поставлю. Вот ты видишь звезду Лока? Йобст, ты звезду видишь? Йобст. Сейчас, секунду. Он видит небо, блядь, вот именно. Это что, солчата, чел? Не, он из гильдии. Он в какой-то левой гильдии сидит. Сейчас он зайдет, я ему объясню, что делать. Ты хотел объяснить, чтобы он эту звезду потянул в центр, а я его с центра потяну сюда. Ёпс, ты здесь? Смотри, видишь звезду Лока? Видишь его? На нем еще метка ханта стоит. Ёбана в рот. Бля, ёб. Ну ты метку видишь, алё, Лок. Да ой, Лок, блин, ДК. Ёбаного звезду. Вот, блядь. Смотри, ты бежишь в центр. Вот Дерога сейчас прыгает, воет. Сюда бежишь и тянешь эту звезду сюда в центр. Я его потяну сюда к нам. И мы будем так с тобой каждого моба тянуть. Объясняю РДДшникам. РДДшники, вот вы сейчас стоите здесь. Давайте, здесь остановитесь. Сюда идите. Давайте сюда, сюда, сюда все. Маги вот особенно, вы вообще тут тупо стоите, не достаете, фиг с ним здесь. Ну, не бегите вперед, чтобы милики на вас не побежали. Ну, и Лок то же самое, с шипешками. Потому что если милик вам побежит, вам будет пизда. Все, давайте чек. Поставлю снова на Лока звезду. Все, и не двигайтесь. Сейчас идут только танки. Священный, ты готов? Да, давай я там это настрою. Блять. Все, тогда погнали. Просвещенный, если есть возможность, кинь сам молу покаяния. Беги в центр, ёпс, беги в центр беги, и тяни сюда звезду. Почему ДК бежит, во? Не бегите туда, шипешки, вы что, глухие, блять? Все, я утяну сюда. Беги, всё, малышка, бьём. Беги! Милик, если видите, что бежит туда, если бежит сюда милик, сразу таунтите на себя лучше. Не бегите туда, РДДшники, я вам снова объясняю, почему милики сейчас танчатся возле хилов, РДДшников и так далее. Куда я вам сказал их повезти? Добивайте Лока. Блять, забирайте милики. Миликов забирайте. Добивайте уже этого Лока, потом Герду идите. Блять, возьмите на столу, солу возьмите, там штаны раздавайтесь. Прожми глыбу и отойди в конец зала. Где точечный диспел? Потом бьем ханта. Ханта потом бьем. Бейте кружочек ханта. Сейчас ханта заливайте. Я его сейчас оттяну подальше, давайте идите к воротам, РДшники. Все, я его сейчас сюда тяну, давайте, РДшники, идите сюда. РДшники, идите сюда, вы не стойте. Звезду добейте, там 200 тысяч, вы звезду не добили. А, блядь, я мне показал, что он сдох. Добейте звезду. Бейте кружочек. Блядь, вы звезду добьете там? Давайте, Гер, давайте. Ну, уже ткдшилось.
Убивайте кружочек. Блять, вы диспейлите. Фирейер сдавайте хилан. Паладины тоже можете взять и кинуть стант хилан. Все, добивайте еще кружочек. Уже кружочек почти готов. Сейчас я подтяну потом полумесяц сюда. Диспейлите его. Диспейлите ханта. И бьем потом сову. Сову убьем. Там станы сове, давайте, чтобы он далеко не бегал. ДК, если у тебя притяжка откадышилась, тяни его куда-нибудь подальше от миликов. Он, видишь, к миликам бежит, сука, он нас туда манит. РКДшники глупые, они туда бегут. Они не слушают меня. О, видишь? Чего он не может, пожалуйста, не упади. А, пой акусти гимн на ману. Акусти гимн на ману. Сейчас потом бьем крести. Сейчас полумесяц добьем, потом мага бьем. Ну, я читаю кабина, песня рощи. Все, бьем сейчас крестик, я его сюда протянул, пейте его. Диспейлите. Диспейлите, так, он блинканулся, язычник, стойте подальше от милика. Если не достаете, фиксим. После виха я сейчас на приста кину ослепление, не пробуйте. Бьем потом самула, самула потом бьем, добьем мага. Сейчас я подтяну самула. Все, бьем самула звезду. Потом будем бить креста. Убивайте самула. Диспейте его, диспейте. РДшники туда не бегите. Все, сейчас потом звезду будем бить. Сейчас добьем этого самула. Сейчас я подтяну сюда к нам звезду. Только не давайте ему стан. Сейчас вот уже можете ему давать стан. Ой-ой-ой, милики бегут, милики бегут. Забирайте, забирайте. Под милики, если видите, сразу тамтите на себя. РДшники, далеко убейте там. Добивайте звезду, потом будем бить холипала. РДшники, уйдите далеко. Вы же видите милик. Все, холипала бьем. Сейчас его еще подальше оттяну. Вот, все. Бегите сюда, РДшники. Дальше от милика. А... этот... кому я там сказал, танчить рогу, уже забыл. Веди его подальше от этих миликов. На ком он сейчас сидит. Подальше его тяни. Далеко-далеко. Ну, давай, тяни. Фонарь, я уже вижу, ты хочешь его влиять на себя. Так, ладно, сейчас я ему помогу. О, все. Дэшники, стойте сбоку, сбоку стойте. Куда вы бежите? Иди его еще далеко, вот, далеко иди. Давайте, помогу. Вот сюда его иди. Я ему около дам на всякий. Милики, таунтите на себя, там паладины, ДКшники. Курить тоже можете. Вот, да, еще можно и жабу давать. Вот иди. Там оружие снимаете. Варвы это можете. Дай себе осторожно. Тонките по КД. Так, сейчас потом тяните сюда Шакула. Шакула сейчас потянем. Сейчас его притяну секунду. Оп. То я уложу. Все, тяните его сюда подальше, такой МТ-шник. Все, добивайте Шакула. Все, добиваем ДК.
Так. Лук. Тотемы шамана свои убирайте. Не забывайте. Так, сейчас я раздаю лут, Олег, я сейчас на полминуты буквально отойду. Нас ждет битва с королем Личом. Так, все, я запускаю. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. В общем, сейчас будем брать темную паладин, ты будешь брать белую. Лерой, спекайся в АДК. В общем, белые сверки не ловим. Кайтите их лучше. У нас ДПС здесь хватит. Убьем его. Магия особенная. Маг, если будешь ловить белые сверки, то тебе может тоже как-то пизда, тебя не захилят просто-напросто. Лок то же самое. Нет, ты в ДК спекайся. Видите, если летит на вас белая сверка, убегайте от нее. Не надо стоять на месте. Там камеру тоже свою отдаляйте. Если нет макроса, я могу дать. Бесплатно. Так, ну я думаю, здесь понятно. По поводу смены цвета я скажу. Каску могу дайте. Так, последний чек. Крик на хп вар дай. Так, все готовы. Танки начинайте. Пожалуйста, следите за белыми сверками. Не надо здесь показывать свой ДПС. Это наш шанс сейчас сделать ДБ. Паладин забирай, ДК забирай этого босса. Вот белая сверка летит, кайтите ее. Там прожимки тоже держите на готовности. Там маги тоже, щитман. И так далее. Да, как хорошо с наполом. Повезет, и нам повезло. Видите, нам босс даже улыбается. Сейчас еще одна спецспособность. Меняем цвет. Сейчас меняем цвет. Та бегим на хп. Добьем следующую. А, гим на хп, мобильный хил. Дай гим на хп. Да, дал только что. Ну ладно. Дала тоже. Хорошо. Что тогда так добивайте. Все, здесь только темный не надо ловить. Молодцы. Вторая часть уже пройдена, последний остался. Так, я сейчас здесь зайду, скорее всего, на попало, потому что ДК мне будет неудобно здесь танчить. Ну и бар упал. Да, давайте поролим туда. Там... У меня прекрасно ДК нет выбора.
Так, ну я пока запускаю. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Да, будет ДЦ. Блять, я самый везучий. Так, ладно, Олег, держи РЛ. Кто там выше по ЕПДП? А это я не знаю, мой тыканик иди. Нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем... Потом передам, короче. Мы бы не могли пройти сообща. Сейчас я на пало зайду. Так. Сложи ледяную скорбь, и... Меня потом засмотрят. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мои души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Так, сейчас получается персона. Два плюсика. Так, суманьте меня. Сейчас я еще по-быстрому назначу, кому кидать оковы, там, покаяние на третьей фазе. Так. Так, давайте пока чек на готовность. Пробафайте мне Дилуса, а дай мне ассиста, пожалуйста. Потерял. Да, Ирал, ну, давай хоть что-то. Так, давайте пока чек на готовность. А Таби, ты здесь? Тут. Смотри, получается, когда я скажу, идите на позицию, сейчас я вас всех назначу, Таби, тут, получается, буду дома байти. Один можно меня не назначать на позицию? Ладно. Боюсь. Мобильный хил, ты здесь? Что ты хочешь сделать? Можешь два протопала есть? Есть. Ну, на всякий случай, пускай они лучший контроллер сдадут, и будет легче хила. А тут и так все захилим. Главное, чтобы косты сбивали. Ну, косты-то мы собьем, но мало ли вы нас уроните. Ну, метки я не уроню. Ну, метки, да, но Куко Вася, Петербол, ну, блин, сам понимаешь. Петербол хорошо хилит. Ну, и шел на старых выхилит. Кани лучше контроллер сдадут, да и все, и будет намного легче. Значит, кого Куко Вася хилит? Петербол из вас двоих, а Куко Вася танк, и все. Бля, ладно, давайте так, ну, если попадаем... Советчики, вам будет жестко. Контроль был бы, конечно, кстати. Отретрик. Тогда без контроля. Пустов. А то они вообще бесполезны. Ну, так, рай... сейчас, секундочку. Рай... У меня мышка села. Три ретрика, три покаяния. Так они, наверное, не тупые, могут законтролить жуков. Просто не пасть. Так, секундочку. Будет легче убить. 10 раз. Ну да, да. Так. Сейчас, секундочку, я тут мышку. Блять, все это что ли батарейки сел? Блять, какие китайские батарейки взял, сука. Сейчас. Купил бы себе аккумуляторы, блять, и менял по штучке. Давайте быстрее, там этот 1 ДД на 7 рулей час собирают. Сейчас, 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 мне надо батарейки мышки поменять. Так, все. Давай я буду танчить слева, ты справа. Ханты напуливайте мобов. Микполка, напуливай лучше на меня, на всякий случай. Лень, ты если что, напуливай на мошку, когда будем водить мобов под босса. Сейчас я включу. Так, все готовы. Танк, начинай. Куку Вася, это тема природы, поставь, пожалуйста. Thank you.
Идем в футболку. Давайте. Эту пачку нужно слить обязательно. Обязательно сливаем. Давай ты первый будешь давать в Гнев Небес. Все, молодцы. Сейчас смотрите, сейчас подведем снова пачку, но вы давайте больше ДПС в босс. Так как босс закопается, мы успеем так, так потом наслить. А сейчас мы подведем его под босса. Сейчас босс закопается, мы зальем его за шаг. Все, заливай тершак, смотрим на ком сейчас будет. Такого гапа беги в лужу. Молодец. Все, заливаем этот шаг. Так, гимн на ману таби спой. Бейте пока мелких. Так, Джесс, залей Куаси ману. Скажи, сочилось с корабеями делать? Да, сейчас можно. Сейчас можно, да? Не, не сейчас. Ну, вообще можно, да, собирать пару рейдов. Да, давайте и точно сделаем в следующий раз. Сейчас, да. В следующий раз. Так, сейчас босс скоро появится. Сейчас еще одну пачку мы заливаем, потом все побьем босса. Гиру по моей команде. Веди его немного назад. Так, давай помощника сейчас подведем, чтобы он появится. Не забывайте пока на пула. Давайте эту пачку нужно слить. Давайте вместе с боссом надо его перевести. Так, тебя сбил, молодец. Опа, как вот он побежал. Все, давайте переводите босса. Все, паладин, мы с тобой сейчас его будем в стороне танчить. Все, Гера, давайте и бейте босса. Акусти, гимн на хп по моей команде дашь. Давай его в стороне танчить. Вот сюда иди ко мне. Иди этих мобов сюда. Чё за хуйня? Вот, вот фиры не надо было давать. То я фернул своего жучка. Заберите, блядь, жука с меня. Забирай жука. Так, даю стан. Гем на хп акустика, дай. Чё, нормально, видишь, он бегает. На меня не кидает стаки. Так, меня хильте него, сбейте него, сбейте него. Давайте добивайте босса. Так, отдал сакру. Хильте сейчас меня хорошо. Меня хорошо хильте. Давайте, давайте, хильте меня хорошо. Хорошо мне захиливайте на фул. Забирай пачку, забирай, забирай, забирай. Поздох. Блять. Ну я говорил, надо было контролить раздавать ебаны. Да не, там два протопала, спокойно держит четырех мобов. Проблема протопала. Да какая проблема? Меня уже уронили, у меня уже ревность работал. Потому что рога уже упала. Толку там было хилить. А почему ну, рога да. упала? Ну да. Ну потому что лимошка или дилос не сбили косты. Какие-то вы не скиллованные. Блядь, два мабу, два коста, капец. Ну там, я не знаю, гнев небес же дается, правильно? Моб, наверное, бегал. Да, но я его уже отдавал. Проебали его. А нахера ну, ты один мог бегал, кто-то его фернул, я его пытался собирать, там ты накинул. Мобы сводятся, один по один бьет, потом второй. Да, надо было просто контроль. Да, за контроль я тоже был, хуй знает, что мозга ебали. Чувствовал, блядь, жопой, что кто-то да упадет. Топ ДПС там, заебись.
следующих рейдах будем тупо контроллеры раздавать.